У нас очередной бой Гарри Олбрайт против Наоко Сано. В очередной раз Соединенные Штаты против японских островов. Смотрим статистику выступлений. 3 боя, 1 всего-навсего победа и 2 поражения. Ну, 33% побед не очень-то плохо для профессиональной борьбы. Ну и посмотрим на данные нашего человека горы. Гарри Олбрайт, 30 лет. Вот этот вот шрам, он должен, конечно же, подействовать устрашающе на соперника. Что у нас со статистикой? Говорю у нас, подразумевая, естественно, Гарри Олбрайта. 14 боев, 13 побед. Вот это да. Только одно поражение. И, в принципе, он может штурмом взять, как американская эскадра этого японского атлета. Не дожидаясь начала к сигналу боя, американец идет к японцу и хочет показать, кто все-таки на ринге хозяин. Так что, японец, берегись. Я пришел, говорит, очевидно, Гарри Олбрайт. И думается мне, сейчас просто-напросто японец будет как муха летать по этому самому рингу. Главное поймать японца в ближний захват. Что и пытается делать Олбрайт. Японец, вот, пожалуйста, японец поднял руки, а Олбрайт нанес удар головой и сразу же захват с броском. Судя по всему, не очень-то приятно молодому японскому атлету Наоко Сано. Более легкий он и более молодой. К сожалению, вот эта вот самая молодость и количество боев не перейдет у него в качество. Захват, думается мне, не пойдет впрок японскому борцу. Хотя, кто знает, может быть, стальные мышцы у японца. Гримаса боли, по крайней мере, на лице у японца, это точно. А вот американец спокойно встал и перевалился, эдак нехотя подобно медведю. Еще один абсолютно такой же захват. Захват головы проводит японец. Американец просто потряс головой и стряхнул руки японца. Что же будет дальше? Да, поистине тяжелый вес сейчас придется взять японскому атлету. Ну, получится ли перекат? Получился, но наполовину. Ну, попробуйте сами перекатить такую гору, а я на вас посмотрю. Бедный все-таки японец. Вот такая имитация, легкая имитация удара. Удалось разжать руки, но американец правильно решил не испытывать удачу. Дотронулся ногой до каната. Да, достаточно интересно, хотя и все-таки с некоторым преимуществом американского атлета проходит начало этого поединка. Хорошо бы сейчас увидеть счет на табло. 14, а, к сожалению, не видно за борцами. 14-14, пока ничья. Ну и пора уже американцу переходить к более активным действиям. Пожалуйста, 1 балл списывается с американца, хотя мне непонятно, почему 14-13 в пользу синего. Вот спасительный канат. Ну как может самурай дотрагиваться до каната? Все-таки 14-12, наверное, синий цвет. Хотя непонятно почему у борца в красном трико. Но очевидно не верит глазам своим. А пока пошел отсчет. И сможет ли японец подняться? Ну, давай поднимайся. Вот видно, как ему больно. Ну, интересно мне знать, как бы другой чувствовал себя на месте японца. Тот машет ногами, но думается мне все это тщетно. Хотя вот шикарный удар с разворотом продемонстрировал японец. Я не знаю, что должен сделать соперник этого американца, чтобы причинить ему хоть капельку боли. Тот швыряет японца бедного. Боже мой, действительно двукратное преимущество. 7-14 в пользу американского атлета. Я не представляю, что сейчас чувствует японский атлет. Ну, вот сейчас проводится настоящий двойной Нельсон. Именно так называется этот захват двух рук через шею в борьбе. И страшная боль сейчас пронизывает японца. И я знаю это по себе, поскольку несколько раз попадался на такие захваты. Можно посмотреть на лицо японца, чтобы понять, что сейчас происходит в душе у этого бедного самурая. На!